Первый, я второй. Связь есть? Да, всем здрасте. Очередной раз. Здравствуйте всем, очередной раз. Возрастно опять. Так, и что-то. Там дядя орет громко. И то не по-русски. М? И то не по-русски. Сколько каналу у нас уже? В октябре будет 4 года. И мы ни разу не затрагивали тему «Что где вам?». Правда, ни разу. Исправляемся. Исправляемся. А я сначала расскажу про Штор, а потом расскажу про нас. Чтобы те, кто смотрит, сначала посмотрели обзор, а потом сами сформулировали мысли, кто же мы на самом деле. Ну, это для тех, кто смотрит нас первым. Да. А кто знает первый, смотрит нас постоянно, вы нас и так, как облупленных, знаете. Наизусть. Итак, друзья мои, шторы для ванны. Чем же они уникальны именно в Икее? Почему у них очень хорошее соотношение цены и качества? Почему мы лично пользуемся икеевскими шторами для ванн? И все практически наши клиенты нашей службы доставки товаров Икея в Саранске выбирают шторы Икея. Давай разберемся. Давай попробуем. Шторы можно разделить на три вида. Это ткань, это пластик с эффектом ткани, и это самый бюджетный на свете пластик. И каждый из них по-своему, в принципе, хорош. Плюс мы затронем, Дим, с тобой сегодня раздвижные душевые штанги и кольца. Ну, что, ее же повесить на что-то надо? Ну, и чтобы обзорчик побольше был. И чтобы на монетизации больше заработать. Чтобы, да. Целый миллион сразу на одном обзоре. Вот ты какой. Слушай, кто-нибудь поверит. Так, погнали, работать, хватит держать. Бьерсен, шторы для ванн. А, ребят, не пугайтесь, она такой драной не будет. Ее кто-то пожрал. 180 на 2. Это, соответственно, да, полиэтилен. Вот так она выглядит, если над ней издеваться. Ну, кто-то уже поиздевался перед нами. Погладить вы ее не сможете, но от горячей воды пар она разойдется не по швам, а именно вот по гладкости. Здесь такие как будто бы вплетенные квадратики, и она немножечко блестит. Стоит это всего лишь 150 рублей, это самый низкий ценник, желтый дешевле нет. Едем дальше. Кстати, средний бюджет Юрьевич, Дмитрий, убрали от слова совсем. И теперь у Икеи либо текстиль, ценником от 500 рублей выше, либо пластик. А я сейчас дойду и покажу, какая штора у нас, какая у Димины мамы. Ваненон. Как шторы будем вытаскивать? Давай. На просвет, может, даже видно, кстати. Они коротенькие. 180 на 2, цвет белый. 549 рублей. Это у нас полиэстер. Именно с такой обработкой. Кстати, чем хороши на самом деле шторы? Они не промокают, и при этом они классно отстирываются. У нас был личный жизненный опыт, когда Дмитрий Юрьевич приволок из «Газели» какую-то деталь в солярке. Какую-то? Какую-то деталь в солярке. Помыл это все в ванной. Нет. Нет «Газельки». От чего? Отопили? Ну, в общем, помыл это все в ванной, изгадил. Как классический мужчина ванну помыл, шторку не постирал. Заходишь в ванну, воняет. Это не я. Не ты. Оно само пришло. В общем, совершенно спокойно, с обычным порошком, в стиральной машинке все это стирается. К чему вся эта история? А жидкость была, называлась чистка карбюратора. Воняло жутко. Кстати, шторки все вот в таких упаковочках. Произведены они в основном в Китае. То есть вы поняли, да, почему на самом деле шторка износостойкость? Нашей шторе уже 3 года. У нас висит вот такая шторка. Вот еще вытяните, пожалуйста. Вот смотрите, она уже более плотная, чем предыдущая штора. Менее заметного светильника. Она плотнее. Отсюда разница в цене. Потому что кто-то скажет, почему, допустим, 550 и 700 рублей. 150 рублей, за что я буду переплачивать? За толщину. А единственный минус, наверное, всех штор, наверное, для ванн, это будет иногда из крана идет ржавая вода. Очень оно липнет к этим шторам. Ну, отстирывается хорошо. Да? Да. Проблем нет, просто ни разу не стирал. Но у нас уже есть местами снизу. Постирать просто надо. Бастшон. 699 рублей. Ну да, последний раз шторы стирали где-то весной в начале.
699 рублей. Серо-бежевый. Такая штора у Диминой мамы висит. Давай на просвет. Тоже, можно сказать, плотная. Они одинаковые по плотности. Дальше едем. Показывай этикетку. Тюкельн. Бежево-темно-бежевый с белым. Вот с таким рисунком. Сначала рисунок покажу, потому что наизнанку будет. А теперь на просвет. А у тебя там есть место? Что-то потоньше будет. Малясь. Капелюсик. А, вот она, пластиковая. 299 рублей. Сам Армалева. Слушай, какой-то зверь прошелся по штору. Мамай. Мамай? Мамай. Мамай. Полиэтилен винилоацетат. Пэва. Формулу писать не буду, испужаешься. Химик, переведи, а. Он пластик. Ночью светится? Нет, жрать нельзя, ты засветишься. Вот такие вот бабочки. 299 рублей. Совсем не просвет. Дальше. Кстати, новинка. Ватеншон. Бело-синяя рыба. Так и называется, бело-синяя рыба. 699 рублей. Сначала рисунок. Вот они, рыбы. Рыба по морю гуляет, и кораблик подгоняет. Следующий ракурс. Следующий ракурс. Виды сетельники. Потоньше. Ой! Ванеон. 549 рублей. Розовая. Ванеон. Ну, красивая. Вообще прозрачная. Ванеон серо-бирюза. Вот так, позади нас телевизор с рекламой. Надеюсь, она не будет мешать. Да. Товара этого нет, скоро появится в магазине. Дальше. Гад. Гад. Камом ил. Гад кому мыл? Гад кому мыл? Гад, ты кому мыл? 549 рублей. Вот этот гад в таком рисунке. Ты где? Это. Видео. Тоже. Вот Шон. Походу нету. Ну пока. Материал, это все ткань идет у нас? Да, это все ткань. 549 рублей. А что будет след кушу антенну микрофон? Замкнет тебе. Полоска. У меня баланс белого от зеленого с ума сходил. Почему? Не знаю, какой в теплый, в холодный, теплый, в холодный. Ликтфибла. Ликтфибла. 599 рублей. Переворачиваем. Такие вот орнаменты. Сердечко. Сердечко, да. Только оно не до конца. Обрубили. Тоже неплохо. И крайняя штора для ванн. Нет, не крайняя, предпоследняя. Еще будет красивая синяя. Рель Шон. С клеткой серой. Рисунок. Замечено. Вот тут уже поплотнее. 800 рублей. Самая дорогая. Так. Ее, по моему мнению, это самая удачная штора, которая... Вот это? Градиент идет синего на белый. А, вот это? Да. И почему-то ее так затолкали, что она не посмотрела. Красивая. 699 рублей. Нюлькельн. Дим, не достану. Ну, будем так сказать. Так, теперь давай по кольцам. Колец сейчас два вида. Раньше были еще прозрачные, такие хорошенькие колечки за 39 рублей. Сейчас их вывели из ассортимента. Сейчас есть вот такие металлические,
пачки как раз хватает на одну штору. В шторах, кстати, уже сразу прошиты дырочки для подвешивания. Самим делать ничего не надо. Шторы подшиты, то есть просто зафиксировать. Подожди, а у нас же люверсы, по-моему, были. Были, всплыли, теперь нет. Прикольно. Вот такая пачка из 12 шторных крючков. Кольца для ванны. 149 рублей. Рутшон. Они у нас из нержавейки. Сделано в Китае. На самом деле все аксессуары, которые есть для ванны у IKEA, они не ржавеют. И есть еще за 59 рублей пластиковые. С ними нужно очень аккуратно, чтобы их не сломать. Я бы все-таки лучше взяла металлические. Но, хотя я знаю, что некоторым строго, чтобы были белые. Раньше были прозрачные кольца, с ними было проще. Сейчас, к сожалению, их нет. 59 рублей за пачку. Название, ребят, не помню. Гуглите на сайте. Гуглите. На сайте вбивайте кольца для ванны, все, и будет счастье. А едем дальше. Штанги для ванны. Никак нельзя это убавить. Штанги для ванны. Первая штанга Ботарен белая, 70 на 120. Смотри, они все телескопик, они все раздвигаются, и они все на резиновых таких бачках. То есть не надо ничего сверлить, чтобы зафиксировать штангу. Вот эту штангу 70 на 120 очень часто используют в шкафчиках не для ванны, а именно вот раздвигают насколько надо и вешают туфельки, сумочки, бутылочки. Стоит копейки, 120 рублей. Дальше белая. Нет, подожди, Ботарен. Ботарен белая, уже классической длины, 1,20 м на 2, стоит 549 рублей в белом цвете. Вот она же. И есть еще Хорнен. А Хорнен, что штанга для ванны в серебре. Вот они. Маленькая, 70 на 120, стоит 600 рублей. А вот большой, к сожалению, пока нет. Большая стоила 799 рублей. Вот они, штанги. А, вот она есть, Хорнен. 799 рублей, большая. То есть все, что нужно, чтобы повесить, это просто купить штангу, напялить кольца, зацепить штору и, в принципе, все. А давай отойдем от шумного места. Ребят, у меня к вам логичный вопрос. Ребят, у меня к вам логичный вопрос. У кого есть шторы для ванны IKEA? Раз. Два. Как давно вы ей пользуетесь? Три. В каком она у вас состоянии? Хотите ли вы ее поменять? Если хотите поменять, то на какую штору? Может быть, это даже не IKEA. Поделитесь, пожалуйста, это будет очень полезно. А самое главное, знаете ли вы альтернативу IKEA? Есть ли что-то более качественное? Примерно по таким же штукам. Да, соотношение, чтобы цены и качество было. Потому что многие в комментариях говорят, ой, IKEA уже не так, кока-кола, все говно продает. А где есть лучше? Да, дайте альтернативу. Мы очень хотим это услышать. Будет очень полезно. Ну и я думаю, те, кто только присоединился и посмотрел наш первый обзор, вы уже поняли, что мы являемся действующей службой доставки, поэтому у нас столько знаний. Меня зовут Татьяна, за операторским пультом мой муж, друг, соратник и все, что можно опять из этого взять. Человек по прошлому обзору опять меня обзвала. Пока! Пока! Все, ребят, муж комплименты не любит. Я не все еще хотел сказать. А что? Кому интересен обзор по душевым, по душ? Слышите? Дима может подготовиться. А я камеру подержу. Ждем ваших комментариев. Если будет очень много комментариев по поводу этой темы. А давай, если будет 200 комментариев, не, давайте лучше так сделаем. 500 лайков, и вам будет этот обзор. И вам будет обзор. Все. А мы побежим. Мало требуем, да? 500 лайков. Да. Тысячу хочу. Тысячу хочешь? Тысячу хочу. Пока мы думали, давайте, правда, 1000. Ну, потому что так неинтересно будет. Обзор большой, к нему готовиться надо несколько дней. Хоть и представлено небольшое количество, но есть о чем тут поговорить. Покалякать. Все, пошли дальше снимать. Поделаем.